38 секунд весь ролик полный. Все? Поехали! Не, это не хаотично, это не верно. А теперь то же самое, только не знаю. Все уже, нет! Получилось? Мне кажется, все-таки кто-то должен в процессе бросать рулоны туалетной бумаги. Ой, а есть, давайте, давайте. Да больше драйва. Значит, новый дубль из-за меня. По-моему, мне кажется, надо перейти через дорогу и продолжить это там, в приемном отделении. Да больше драйва надо, чтобы они... Больше драйва у меня есть... Попросите действительного охранника рулон туалетной бумаги. Попросите охранника, слышишь? Туалетку принесите. Ну что? Боже мой! Да не, ну подождите. Подождите, туалетная бумага, ну... Я могу украсть, но в мужском туалете, в женском она может быть нужна. Мне. О, у нас есть чем махать. Чем махать, извините. Боже мой, Игорь, ты наркоман. Кто это? Кто берет? Это дверь надо. Нет, это плохо, чтобы махать. Нужны реально... Нет, давай. Это можно топтать. А? А топтать это не будет видно. Так, нет, вообще ничего. Иди сюда к нам. Игорь, надпись не будет читаться, и юмора никто не поймет. Положи на место. Вы что-то топчет. Надпись все равно не будет читаться, потому что мы это переводим. Надпись не будет читаться, маленькая картинка, все темно, забудь. Нет, так и я буду это, я буду стоять у цветка. Ты отлично лупил цветком, да, какой-то там лупил, меня не смел. Что-то лупит. Чего? Что? А, нет, лупит не цветком. Все, друзья, поехали. Все? Господи, есть, конечно, вещи, которые... А что положено? Все. Нормально? Покажи, как нормально. Нет, на самом деле, ребята, чтобы понимали, если вы видите камеру, то и камера тоже, соответственно, на вас смотрит. А если вы ее не видите, то как бы ее вас тоже нет. А что-то Сережа отрезала ручку, это, наверное, не очень хорошо. Ну да, я вам Сережу все пытался показать. Ты мне говорил, куда больше. Давайте попробуем еще раз. Да, просто давайте еще думать. Это издевательство. А что, слушай, а что если отъехать чуть дальше, тогда, ну... Не, я могу отъехать куда угодно, я могу даже вот так отъехать. Надо тогда переснять. Нет, не обязательно. Поехали за. Да подожди, ну дай приготовить.